Всем привет, меня зовут Ирина, и я автор канала о том, как выглядит стильно и дорого без лишних затрат. Обожаю искать интересные вещи в секонд-хенде. Попался трендовый свитер Zara и юбка, стоили они по 600 рублей. Свитер был в хорошем состоянии, но обнаружила пятна, все-таки его купила и решила привести в порядок. С пятнами справилась, постирала, отпарила, и он стал выглядеть как новый. В итоге этот образ обошелся мне в 1200 рублей. Примерила эту юбку еще с одной кофтой от Zara, но состав не впечатлил, цена 400 рублей. Оранжевый джемпер в косичку и дубленка, которая подошла к нему в тон. Она натуральная и стоила сегодня 1800. Джемпер от американского бренда Liz Claiborne, линейка для гольфа. В составе 57% шелка и 15% ангоры. Были катышки, которые я легко убрала и дала этой вещи новую жизнь. Стоил этот джемпер 280 рублей. Если вам интересна эта тема, подписывайтесь на канал и смотрите видео в полном формате.